Это несложно. Пить утренний кофе из самой красивой чашки в доме. Это несложно. Здороваться с соседями. Это нетрудно. Пожелать хорошего дня кассиру в магазине, где вы регулярно делаете покупки. Это нетрудно. Сказать спасибо водителю маршрутки или такси, что довез вас. Это не тяжело. Кивнуть с благодарностью в машине, что пропустила вас даже на пешеходном переходе. Это не тяжело. Не мусорить на улице. Это не страшно. Придержать дверь, чтобы она не ударила идущего следом за вами. Это не страшно сказать «Простите, если вы задели кого-то случайно». Это легко сделать комплимент сотруднице, если всего, что у нее, красивые только ресницы. Это легко улыбнуться прохожему, если он даже без милой собаки. Это здорово по-приятельски поболтать с официантом в ресторане и оставить ему чаевые. А баристу будет приятно узнать, что он сделал лучший в мире кофе. Это здорово. Не ответить хамство на хамство и оказаться уровнем выше оскорбителя. Это классно. Подарить консьержке шоколадку, если даже это не 8 марта. Это классно быть приветливым, вежливым и добрым, если даже ваш день не заладился. Маленькие приятности делают нашу жизнь светлой.